В Нью-Йорк приехал «Оракултан» — совместное творение бизнесмена Дмитрия Волкова и художника Олега Кулика, одного из основателей скандально известной российской арт-группы «Война». «Оракултан» — двухметровый механический примат, который может побеседовать со зрителями на извечные темы добра и зла, любви и смысла жизни. По задумке авторов, он олицетворяет собой утрированный портрет современного человека, который страдает от раздвоения личности. С одной стороны, это робот, продукт цивилизации, с другой – древний предок со своими страхами и переживаниями. Необычная инсталляция впервые была продемонстрирована на американском арт-фестивале Burning Man в августе этого года. Соавтор «Оракултана» Дмитрий Волков в будущем собирается показать его и российскому зрителю. Нам кажется, что вот мы... Ну, что-то вроде в зоопарке, мы смотрим на существо, которое ограничено рамками вот этой клетки. На самом деле обезьяна тоже смотрит на нас. Мне кажется, идея того, что свобода – это идея относительная, это зависит от перспективы, очень важная идея. Я думаю, что объекты искусства понимаются все-таки на уровне интуиции и эмоций. Поэтому мне кажется, что эта фигура, этот объект очень точно передает и внутреннее состояние России, и очень важное состояние, которое таким образом художникам донесено.